15. 84. 01. О, здорово, Петрович. Лёша. Ну, здорово. Как, оклемался? Да не, слинял. Ну и нафиг эту лечебницу, тоска смертная. Ты что, спятил босиком-то? А ну иди грейся. Садись, Лёша. Ну, как сам-то? Вторую группу всунули. Это ж и надо. Воробей, инвалид. Лежать велели. Деньги-то есть? Да, Валентина, пока в больнице лежал, все подчистую. На, держи. На первое время хватит. И оденься. Вон, синий весь. В больнице крови пожалели. Думали, хана. На, держи. Ну, дернем? Да ты что, я уже разок дернул. После операции все это краснухи стакан. И спазма горловая. Ни вздохнуть, ни крикнуть, в перехват. Мне шияку тут же в койке проткнули. Я, видно, дернулся, дурак. Ушной нерв задели. Теперь как психану, все по нолям, ни хрена не слышу. Ты в больницу-то вернись, да лечись. Ну давай, Валентине привет. Че? Валентине привет передай. Да ты что, Петрович? Я ж работать пришел. Воробей! Воробей! А чё? Подожди. Про инвалидность никому. Бюллетень я тебе оформлю. Тут один парнишка ошивается. Мишка-студент. Тебе негр не помешает. Петрович. Ну ладно. Иди. Алло, мужики! Вы куда валите? На хоздвор везите. Где же ты раньше был? Чего раньше? Сами перевезете. Меня не колышет. Грузите обратно и на хоздвор. Да пошел. Кто таскать-то будет? Я, что ли? И че это раскомандовался, сучонок? Ну, что они здесь накидали-то, Леш? Ну, кто это все перетаскивает? Он резко взял тележку и грузить начал. Образился, щенок. А я прослежу, уронишь. Зашибу нафиг. Видел ты, какой шустрый. Слышь, Володь. Кутя. А Оська-то в войну. Кутя. В судетах, а не в судетах. Ты это говори. Не помню. Насбирает коров бесхозных. За колето зацепит, а как какого-нибудь немчонку захудалого встретит, на, говорит, тебе корову неси, веди ее, говорит, на хмуты. Домой, значит. Водку пьянство, не забрать, а, это наши с часовни, парни. Нам можно, мы люди! Во, а как хорошо, что мы после войны пожили, а? Вова,
Вова. Ты такой, ты сам не знаешь, какой ты человек. Вовка, не расстраивайся. Великанов. Мы еще поживем. Не расстраивайся, Вова. Вроде здесь. Да, здесь. Открой окно и уходи под вяз. Топор взял, ну правильно, корней много. Копай глубже, специально просили. Бери шире, у них колода. Я говорю, копай шире, у них колода. Сына учи в бутылку ссать. Закончишь, в контору скажи. А где Мишка, студент твой? Походи тут. Ну, Раевич, давай, поехали. Куда ты ее? Водку пьянствовать! Да ёб! Ты что, Петрович, да перекур? Ты почему здесь? Давай быстро вниз! Так прокат пустой, а он, понимаешь? Быстро, быстро, быстро! Ты чего, Петрович? Кому ты побоздать не втерпешь? Всегда так. Держи. Генеральша с 15-го просил тебе передать. Садись, Петрович, садись. Да не садись, а присаживайся. Заткнись! Петрович, Гарик совсем заработался. Пора его к ордену представлять. Хоздвор такое дело. Безобразие нарушает. Что? Перехват клиента. Йок. Мы копаем, а они удят. До часовни ни один не доходит в 6 секунд. Ты почему квитанцию так выписываешь? Ты! Спиноза! Какая Спиноза? Хочешь, чтобы всех нас... Петрович, пусть воробей своего студента коротит. Больно шустро. Да, Анатолий. Ты все, Петрович? По домам. Выйду. Кончайте посиделки. Чего это он? Чат ножи с мусорами боюсь, я люблю плотную жизнь, только раз боюсь я. Ирина, зашел цветочный, ты здесь торчишь? Кончайте галдеть. Кути где? Не успел войти, уже ворчишь. Ну что ты, мой хороший? И больше не ворчи. Стас! Часовня обижается, клиентов перебиваете? Это ты Гарику скажи, он все бабки ловит. Я бы пел сердцу я для седьмого пота. Сами разберетесь. Я бы всем сердцем был только не. Стас, машину помыл? Фин, машину помыл? Почему Фин, а не сам? Кончайте пьянку. И по домам. Нечего, понимаешь, болтаться, шары наливши. Безобразие нарушать. Водку пьянствовать. Всех уволю. Yeah.
Здорово, Микола. Здорово. На посту? А как же. Да нет, я понимаю, что покойный не ждет. В общем, вы приезжайте, пишите заявление. Хорошо. Да. Петрович, кто тебе лобешник засосал? М? Я говорю, кто тебя в лобешник засосал? Это Ирка из Цветочного. Ну, я вскопал. Нормально? Нормально. Ну? Я говорю, вскопал все. Что ты копал? Все. Бесхозову декабристу. Бесхоз забудь! Обыкновенная родственная могила. Понял? Чего ж не понять-то? Понял. Леш, тебе когда в прокуратуру? Завтра. Главное, молчи побольше. Да? Глухой? И весь разговор. Да, чуть не забыл. Держи. Полтинник? Немного? В самый раз. После прокуратуры заходи. Зароешься студентом. У них без отпевания, запомни. Дуй. Лады. Могильщик хренов, еле нашел. Таксер попался, ни хрена не знает. Крутили, крутили. Чего? И переулок какой-то смешной, не то вшивый вражек, не то сивый вражек. Сивцев вражек, проходи. Все равно смешной. А че? Клево устроился? Ну, вот так. Тепло. Светло, на башку не каплет. И деньги идут. Вот тень в могилке сидеть. Это точно. Мишань. Ну? Сделай доброе дело. Постриги, а. Да я... Башка болит, пробоина-то без кости, волосы липнут. Хотел Вальку попросить, но у него руки с пьянки трясутся. Ну, давай, садись. Проколет кожуру, мозги вытекут. Ножницы-то есть? А как же, инструмент при себе, как положено. О, ножнички. Только аккуратней, Мишань, аккуратней. Блин. Осторожней. Угу. А что это там за город нарисован на стенке-то? Москва. Чего? Москва. Ну да. Ага. Ни хрена не похож. Ну как же не похоже? Вон Москварик, Кремль. А Алтуфьевка где? Да какая Алтуфьевка 200 лет назад? Ох, бинт прилип. Ну что, подсохла рана? Подсыхает. Да что же у вас с Васькой-то вышло? Родной брат и топором. Брат, брат, урознь. Ты стриги, стриги. Слышь, Мишань, а Москва-то раньше красивее была. Раньше все красивее было. Осторожней, падла! Ты что, козел, угробить меня хочешь? Аккуратней, аккуратней. О! Слушай, Лёш, а? Спросить тебя хотел. А чё ты все время на меня орёшь, а? Ладно, не гунди, стриги давай. Ну. Тебе бы так жбан расколотить. Я бы посмотрел, какой ты ласковый был. Я же не ору. А ты рискни. Да и Валька своей пьянкой нервы рвет. Ну, вроде все. Все, давай бинт. Я, Мишаня, как заживет, пластинку вставлю. А так, пальцем ткни, их она воробью. Вот. Ладно, снимай трубку, я сам домотаю. Да. А, привет. Угу.
Но не поеду я копать. Ну и пусть пропадает, что мне-то, ну? Я не поеду, сказал. Все, пока. С кем это ты так? Мать звонила. А, хреново ты с мамашей разговариваешь, чудо. Помрет, жалеть будешь. Да ну ладно, она еще молодая. Все равно помрет, когда-никогда. Ну, скажешь. А что она тебя копать-то просила? Да картошку на даче. О, ну так давай я выкопаю. Мне работа в кайф. И Валька с мальцом воздухом подышут. Ну, давай, чего, поезжайте. Там пруд, отдохнете. Объясню, когда ехать. А, лады, Мишань. Хорошо. А, что это? Экспозиция там. Чего? Ну, комната его. Ага. Мишань, может, откроешь, а? Ну, там опечатано. Но только глазочком одним глянуть. Ну, ладно. Слышь, он разве не здесь жил? Не, это прихожая. Фамилия у него чудная, Герцен. Он что, не русский был? Ну, почему не русский? Ну, русские так не живут. Русский. Там с родителями что-то было. Длинная история, я подробностей не помню. Ну, ладно. Гаси, пошли. Это что, картинка? О, блин, похорона! Слышь, и как, сразу рисовали или по памяти? Так ведь это ночью. Ночью красок не видно. А? К тому же они двигаются, а так надо специально позировать. Да ладно, он же такой знаменитый. Могли чуток и постоять, пока их карандашиком набросают для затравки. Слышь, Герцен, он что, из декабристов был? Не, он был позже. Декабристы разбудили Герцена. Разбудили. Поспать любил. Угу. Ну, будь здоров. Счастливо, Лёш. Вот это да. Могилы-то не было здесь. Да ладно. О, какая штука. Ну что ты, драный? Нет. Дорогой. Ваша, что ли? Наша. Спать не могу, волнуюсь. Немало? Сюда двоих запихать можно, еще останется. Ты посмотри, подвой-то какой. Ага. Да нет, я обидеть не хотел. Да ты вино пьешь, дорогой? Ну, чашу пьешь? Смешной. Вот, правда, стакана нет. Один момент. О! Шляпа моя. Шляпа, вот она. Прямо в организм. Как врачи велят. Сейчас. Сейчас. Че? Гроб полчаса на могиле стынет, а ты здесь. Где твой студент? Так я его за мраморной крошкой отправил. Ты? Ну, давай с тобой засунем. Сволочи! Ага. Нехорошо, дорогой.
Ну, нехорошо! Все будет в порядке. Мама, все будет в порядке. Куда их занесло? Ладно, на головах понесем. Земли. Киньте. Сорок лет воробью. Не забыл? Помню. Будешь? Куда денусь? Не крутишь под ногами-то. Ну что мне с вами делать? Что мне с вами делать с обормотами? Может, вас подстричь под полубокс? А? Для красоты. Сейчас, подождите. Подожди. О! Ну-ка, давай башку. Садись. Вот. Так будет хорошо. Следующий. Подходи. Вот. Раз. Нина Сергеевна, посмотри-ка. Парад али. Влетит тебе от Петровича за этот парад. Что же мы, в кабинет, что ли, их поведем? Ну и сейчас к Юрке на тухлянку. Позабавлю ее. Может, пивка нальет. У тебя банки чистой нету. Посмотри в подсобке. А ты что так рано? Мужик не греет. Да заказы надо оформить. Петрович вчера ругался. А? А ты, я гляжу, подзалил с утра. Дура ты, Нина Сергеевна, не понимаешь ты ни хрена в этой жизни. Ну что смотрите, балерины мои? Вперед!
справки о заморозке не вижу. Это я, Марья Ивановна, Воробей. Лёшенька, я ж тебя не узнала. А где батя? Батюшка кушает. Крестильный. Спасибо. А? Здрасте. Лёша, ну проходи, проходи. Садись. Приятного аппетита. Спасибо. Ну как сын-то? Нормально, косит малость. Так надо почаще причищать. Причищать надо. Ничего-ничего, пройдет, пройдет. А Валентина что, все пьет? Да пьет. Эхе-хе. В каждом дому по кому повенчаться. Лёш, повенчаться надо. Да надо бы. А родители это есть у тебя? Отец жив. Собинки. По тунеядке выселили. Приезжал тут. Деньги клянчил. Козёл старый. Лёш, так не надо. Не надо так про отца говорить. Так он нас с Васькой с брательником в колонию засадил, чтоб не мешали. А ты все равно про отца так не говори. Чего пришел-то? По делу? Или так? Ну так в прокуратуру вызывают. Через час надо быть. А-а-а. Тогда тебя надо благословить. Я вроде как неверующий батюшка. Ничего, ничего. Только ты руки-то не держи за спиной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну, с Богом. Спасибо. Спасибо. Ну, я пошел. Спасибо. Подтверди. Вместе стояли. Тё, чё ты орёшь? Кладбищенские мы. Вот. Давай, голубочка, давай. Позаришь. Красненькую не забудь. Ну, а где Воробей? А я откуда знаю? Не я знаешь. За ним не ходил. Угу. Я на службе был. Угу. Пивка попил. Ну да, да. Заспал. Угу. Сырое еще. Сырое. Время-то которое? Поздновато, поздновато. Слышь, а самогон-то слобни? Слобни.
Плеснула бы пока, а? Ишь ты, плесни. Подождешь. А Валька-то где? Встречать его пошла. А дома срач. Срач. Да, в прокуратуре разговор долгий. Слушай, Ирка. Ну? А Васька-то пишет? Кто? Ну, Воробья, брат Меньшов. Долго ему еще писать? Да, помиловки ему не видать. Ух, от звонка до звонка. Все-таки Воробья-то, ну, делал до смерти. Хорошо, башка крепкая, другой бы раз отчалил. А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь глухую. Ты чего это, Ир? Да ты не бойся. Меня это не касается. Плеснула бы, а? Тихо. Тихо ты. Ирка, а чё ты такая злая на Воробья-то? А то, что Васька со мной расписаться хотел. Заявление уже подали. Первый раз с мужиком до ЗАГСа дошла. Та другое дело, та другой расклад. Да, конечно. Ну, что ты плачешь, воробушка? Не обращай. Чего? Внимание, ничего. Я ему козу, а он хоть бы что. Да недоделанный он у них. То орёт, то не орёт. Витёк! Кашу дать, что ли? Эй, каши хочешь? Хочет. Я кашу принесу, а ты присмотри. Давай. Ну что ты, брат, такой, а? Тихо. А Васька-то пишет? Ты же уже спрашивал. Пишет. Кутя, сейчас, погоди. Я чего тебе хочу сказать, мокрый. Только ты никому, слышишь? Никому. Лёшка Ваське в зону 3 посылки отослал. На Новый год, на день рождения и на майские. Вот. Но бортовья. Но бортовья дают. Ирка, с другой стороны, Васька Воробью жизнь топором выправил. Ну, ты скажешь. Ну, что он до больницы-то знал? Водяру рукавом занюхивал. Вальку поил, бил нещадно. Без водки-то человеком стал. Глухой, а может, и к лучшему. Меньше психовать будет. С душевистским приветом. О, Валька. Кузя, а где Лёха? А где Лёха, не знаю. Ладно. Мамка пришла. Спецэтапом идет эшелон. Прям экспрессом. Колымские дали. Заметает пурга эшелон. Мерзнут окна морозною плесенью. И порывистый ветер донес из вагона печаль. О, чудо! Здорово! Ну, чё? Чё? Чё сказали в прокуратуре-то? Чё? Условно обещают, вот чё! Хорошо. Студент, брать хочешь? А чё, есть чё? Вон там, в сумке возьми. Валентина котлет навертела. Хорошо. А то я не ел ничего с утра. Передай за вагоном вагон с мирным стуком пари... Ты котлету-то майонезом маш, чудо. Не ем я майонез. Ну. Воробей сказал маш, значит маш. Понял? Угу. А? О, Микола, заходи. Скушай котлетку. А и чё, опять халтурить? Ты чё? Раз не положено, значит нельзя. Сегодня что у нас, понедельник? Угу. Ух, ё-моё! Забыл, Микола. Извини, забыл. Бывает. А то ля-ля, фа-фа.
Торчишь. Воробей здесь? Здесь. Работы нет, клиентов лови. А устал, вали домой. Нечего здесь высиживать. Мил человек, какие кури? Ты меня ищешь? А? Какой участок? Собак отлавливаем. Драный. Баха. Драный. Баха. Драный. Драный. Баха. Драный. Лоха! Драный! Блоха! Ну, как же так получилось-то, блоха? А? Где драный-то? Вот он. Я сейчас, ребят. Ну, я сейчас мигом. Слушай, а? Мил человек, слушай. Ну, собаки-то мои. А? Квартирные. Ошейник был? Ну, а как же, вон, веночек-то я же нацепил веночек-то. Ну, слушай, отпусти собак. А? Сейчас, подожди. Возьми вот рыжего, а? Золото. Клинок. Где ты? Ну, тогда возьми. Слушай, вот. Ну, давай. Давай, ну, ладно, сейчас. Давай, отпускай собак. Не спеши, косарь. Давай, ну, давай. Сейчас тут все. Соплягонь, тихонько, а? Тихонько. Тоже у тебя вот, работка. Ну, работа хороша. Собак. Да. Забирай. Так, ну-ка, аккуратно. Ой, стоп, не всех, не всех. Блоха. Не всех. Эй. Какая блоха? Тоже мне блоха. Быстро. А ну-ка, самого посажу, тоже мне. Давай, сходил. Кончай. Куда? За один рыжий мне всех выпустил. Быстро, по домам. Миша! Гарика не видел? Тебя. Ин, проводи. Что они его так?
Михаил не по чину. Закрой двери, чудо. Ты ничего не видел, понял? Леша, я забыл тут. От нас за землю дала. Бабки не забывают. Бабки зажимают. Запомни, не зажимают. Петровичу надо будет послать. Сегодня мы забудем. Завтра он нам клиента путного не даст. Запомни, чудо, здесь два человека. Петрович и Кутя. Он прогнал Кутю. Чего? Петрович Кутю прогнал. Леша, ты не психуй. Никто твоего деда не увольняет. Пока. А мне пусть себе работает. Сволочь. Сволочь припадочная. Говорил я тебе. Развел здесь богадельню. Пенсионеры, инвалиды. А насчет мест сегодня нет. Завтра будут. Гарик, говорят, увольняется. Леша, он опять пришел. Ну, чего вам? Я уже приходил, но ваш помощник не решился без вас. Громче говорите. Стул, дайте мне, пожалуйста. Мишаня? Ага. Погода тяжелая, давит. Давит. Дома надо сидеть. Садитесь. В общем, короче и громче. У меня времени нет. Позавчера. 2 часа ночи. У меня умер Треф. Кот. Было ему от роду 18 лет. Ну, заведи себе другого. И все эти 18 лет мы прожили вместе. Вдвоем. Ни семьи, ни детей, никого. Работа. Да кот. Ну, короче, короче. Я хочу похоронить своего кота. Чего? Ну, я знаю. Я знаю, что это не положено. Моя могила, то есть могила моей матери, вот тут, рядом. Чего он хочет? Он кота хочет. Родственную могилу к матери. В матерную могилу кота? Прошу вас, пожалуйста. Эх, ну... Ну, как будто могилу поправлю, а? Ладно. Угу. Только аккуратней. Хорошо. Спасибо. Большое вам спасибо. Ага. Как закончишь, на 17-м участке оградку поставь. Молодой человек, прикурите. Пожалуйста. Может, вы мне объясните, что здесь происходит? А что вас интересует? Прям мистика какая-то. Ну? Здесь должна быть бесхозная могила. Ну? А здесь свежее захоронение. Ну и что? Здесь запроектирован мемориал декабристам. Я из Министерства культуры. Вы мне можете объяснить, почему здесь свежее захоронение? Вы работаете, да? Ну? Я вижу, вы работаете. Ну? Кто может дать мне ответ? Миша!
Я не знаю. А кто знает? Михаил! Я не в курсе. А кто в курсе? А, вы зайдите в контору. Вы подождите, не уходите. Кто в курсе? Может быть, ответит, а я не в курсе. С кем ты там беседовал? Не знаю. Мужик подошел, спросил про могилу свежую. Могилу? А ты чё? Не знаю, мол, денег, да? А что случилось? Не, ничего, все прекрасно. Ну, хорошо. Постой. У меня. У меня хочешь поработать? Как это? Я ж с Воробьем. А я тебе предлагаю у меня работать. В штате. Нет. Нет, ты извини, Стас, я с Воробьем. С Воробьем. Ну ладно, трудитесь. Ой, на благо. Давай. Ну что смотришь? Попробуй с самогоночкой. Спасибо скажешь. Мишаня, дача просто класс. Да? Давай рубай, рубай, пока горячая. А что сам? Налил бушиться. А, я на даче до тошноты. Валька не грамма. Все с пацаном возилось. На кой хрен этот город нужен? Отдохнул. Башка чистая. Картошечка выкопана, так что порядок. Ну как? Да. Мишань, вы что это с бабкой здесь вдвоем? Вдвоем. А родители где? Родители в Тушино. В однокомнатной, мать в Сочи. Понятно. Бабка помрет, хата твоя. Да она вроде не собирается. Так никто не собирается. Все равно помрет когда-никогда. Куда денешься? А чего с ним происходит-то? С кем? Ну, с покойником в земле. Чё происходит? Лежит себе, следующего дожидается. Нет, ну правда. Ты знаешь, что человек сразу после смерти на 32 грамма легче делается. Душа отлетает. Во как. Отлетает, значит. А хочешь, я тебе фотку подарю. Это мы с Кутей у моей могилки. Какой могилки? Мишенька. Разбудили. Ты не один, что ли? Миша. О, у нас гость. Да какие гости? Вечер добрый. Здрасте. Как вас звать? Величать? Воробей. Леха. Алексей, значит. Ага. А как отчество? Сергеич. Очень приятно. А вы, Алексей Сергеевич, вместе с Мишей на стройке работаете? Где? А, да. На стройке? На стройке, да. Да. Алексей, бригадир. Бригадир. Очень приятно. Ну, да. Наставник. Да. Ну, я пошел. А что? Ну, что ждет? Да куда? Жена, Леш, ну, может, у меня пацан маленький ладно. Еще. Ну, может, чайку бы попили? Спасибо, вы извините, мы там. Бабуль, ну, приходите к нам стола, еще. Хорошо. Я что, пришел-то? У меня юбилей завтра. За Баранинкой сгоняешь? Ну, конечно. А что, прямо с утра я поеду. Лады. Ну, конечно, на рынке достану. Ну ты чудо даешь на стройке. Ну ладно тебе, ну что ж. Сумку возьми. Коммунизма. Вот. Все, больше ничего не будет, обед какой у меня. Какой обед? Ой, какой еще обед? Обед у меня в натуре, все. Ну, слушай. Ну кому сказано? Да я это, Леша, ну что за счастье? Все, расходись. Фу. Всю Москву объездил.
Баранины нет, шашлык взял готовый, но он мясной, нормально. Пойдет. Пойдет? Пойдет. Ну, нормально, зелень купил на рынке. Класс. О, ну, во сколько начинать прикажете, Алексей Сергеевич, а? У нас сегодня сколько захоронили-то? Пяток. В три, наверное. Мишань, мы в три придем. Угу. Придем? Ты что, негра берешь? Не по правилам, Леша. Выйдем. Ну, что ты, Стас, возникаешь? Твой день рождения или мой? Чего ты возникаешь? Ладно, иди, сейчас приду. Ну, гляди. Ребятам не понравится. Слышишь, Леш? Понимаешь, такое дело. Не могу сегодня, не обижайся только. Чего так? Да бабка у меня. Заболела, что ли? Ну да, чувствую себя плохо. Посидеть бы с ней. О, а? Бабка есть бабка, конечно. Да, ты не переживай, мы еще с тобой мою сорокушку замочим. Ну ладно. Давай, дуй к бабке. Ну, поздравляю тебя. А я сейчас пройдусь, погуляю. 40 лет, какого хрена? Давай, давай. На колокольню, дядь Лёня. Зачем? Сверху погляди, а то всю дорогу с покойниками внизу. А колокол заденешь или грабанешься оттуда? Тогда что? Ну, я год уже не пью, дядь Лёнь. Ну, пусти. Алексей, ну, здравствуй. Здрасте. Как твои дела? Первого суд условно обещают. Ну, дай бог, дай бог. С краской как? Олив кончился, батюшка. А это на колокольню просится. Я говорю, нельзя. А он говорит, 40 лет сегодня. О, тебе что, 40 лет? Я ему тоже говорю. Куда ему на колокольню сколотый? Ушляни. Ты на сам... Принеси ключ от колокольни. Ага. Ну, пойдем.
халяк тут. У них в армии все на халяву. И живут на дармовщинку, и хоронит казна. Галяк. Чё ты? Лёш, познакомься, мой кузен. Кто? Двоюродный брат. Двоюродный брат. А. Успеть? Ну, ас по шашлыкам. Ну, поздравляю. Угу. Сороковник не жмет? Что себе подарил? Да, телевизор хочу цветной. А, ну правильно, правильно. Водяру не пьешь, баб не слышишь, самое то телевизор смотреть. А? Чё? Правильно говорю, что цветной берешь. А я на свой тридцатник стол заказал в Нарве на самотеке. Гостей пригласил. Одних баб бывших. Штук 20. Да, я и говорю... О! Гость попер. О, такие люди без охраны. Здорово, мужики. Ну, Воробей, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, успеха в работе. Вставание. Кому ты повозлать не втерпешь. Ну и чтоб... помолчи. Чтоб у тебя все было в норме. Подарок по традиции покупать не стали. Ага. Держи. Спасибо, мужики. Приходи. На, несчастный. Ну, девушка, я ведь сейчас расплачусь. Иначе вот цветочки Ирина Дмитриевна с могилки попятили. Ну, ты скажи. Проходите, проходите, сейчас встали, давай. Проходи. Поздравляю. Давай, мужики, туда, туда. Слушай, самого паленого нутра. Короче. Дождешься ты у меня когда-нибудь. Все вы только обещаете. Ну, чего ты мне от вас не дождаться, Ирина Дмитриевна. Веди себя получше, а вы знакомиться. Ой, боже мой, какие авансы, Ирочка. Ирочка, Ирочка, садись. Вот погоди. Ишь ты, портки берегет. Петрович. Ты вроде всегда в других ходил. Темный. За вчера порвал ты. На пик он боролся на 15. Ты так не осторожен, Петрович. Зябку у вас, Воробей. На колке не греет. Принять, блядь. Стас! Молоки! А ну-ка, рез ты сплевал отсюда! Это воробушки на гнездышко. Целая? Нет, пустая. Ну, где ж такую красулю надыбать? Пустая надо знать, банкой. Так, давай. Свердловскую предпочитают. Аска! Топа! Лев! Капитана засунули. Тарелочку возьми. А где Кутя? А мне Ирина Юдочку дайте. Кутю кто видел? Да Кутя или пьет, или спит. Ну где Кутя-то? Какая твоя крылышка, а которую там все выпьют. Да, да. Успел кузен-то, а? Здорово. Вот два дня в неделю торгую. Два дня, два дня. Сины на свой уикенд. Ну, сядьте! Ну, сядьте! Уикенд. Они к нам в Выборг мотают и там нажираются. Так сидел бы со своими финами два раза в неделю. Чё тебя в Москву понесло? Попросили? Кем там числился, Фин? Я электриком. Электриком. А то у них своих не хватает. Нужно им такое фуфло на стороне занимать за валюту. И, наверное, знаешь, кем у них службу нес? Тук-тук-пастук, дятла! Два раза выдали, а из кукосиса? Все, что ли? А из кукосиса? Бин! Ну, закури ты нормально, что ты всякое говно тянешь? Ну, все ты, Леха. Ну, ладно. Держи, чудо. Вы как хотите, а я себе целей налью. Не ровен сейчас помру, завтра по утряку,
Так опробуем долго. А мне это оставили? Петрович, Петрович, твое приказание выполнено. Ну, воробей. Лебедь белая плывет. Чего? Ну, очистил ангела-то. Ну, чего орешь? Хорошо, отдыхай. А что пьете-то? Тебе наливаю. Что пьете-то, Лё? Держи, куда? Мясо или баранина? Свинина. Лёх, ну? Твоё здоровье. Давай. Воронушек, прими по случаю, а? Ему нельзя. Ты что, ему нельзя? Отойди от него. Хочешь, чтобы он копыта отбросил? Тихо. Кстати. Тихо. Насенко велел всем заявление написать. Зачем? По собственному желанию. Захлопни варежку. С подписью. Дату не ставить. Чуть что, он сам поставит. А, новости сезона. Нам все ясно. Так нас и надо, болезных. Чтобы от рук не отбивались. Кому-то побазлать не втерпешь. Ничего ты, Петрович, ведь праздник у воробья. Болту болтаем, дуру гоним. Давай, погнали. Налили, давайте, давайте, мужики. Слышь, молчок. Пошел. А Оська, говорю, дружок мой покойный. Что, войну-то вы делали? К суде-то. У тебя... А он не еврей был? Кто? Оська? Ну, Оська. Ну, конечно, еврей. У него и в семье все евреи были. Коров бесхозных разбирает. Коров бесхозных разбирает и цепляет за карету. И по бабам. Ну, предами, предами такие слова. Ну, народ. А вот когда пленных вели, этот Оська Лившиц, мой дружок. Ну все, знаешь, дядя он... Кутя про жидов завел, теперь не остановишь. Ну не умеете. На стакан заспорили. А я вот так вот обрубок к носу приставил. Он, гляди, весь палец в носу. На туре. А тут... Все, гончерпак. Да. Стакан налил 6 секунд. Да. А руку мне на бревнотаске на зоне изуродовал. Проездки прикрылись. Да не орите, чего орете? Ментов же накличете. А у нас свой мент есть. Да, Фин? Фин, а? Кто такой? Макуха, смахуха, Шурик, это мой родственник. Все путем, Шурик, все путем. Ну ладно, не обижайся ты, тут все свои. Ну что ты, что ты все дуешься? Ириша, ты меня любишь. Ты че? Члены караула, Ирина Дмитриевна теперь мне симпатизирует. Внимание! Котлы гони. Говорит радиоузел нашего кладбища. Ну-ка, на-ка. Тихо. Дорогой товарищ Воробей. Дорогие друзья, не побоюсь этого грубого слова. Наше кладбище поздравляет тебя. Не кладбище, а часовня. Товарищ прав. Часовня поздравляет тебя со всесоюзным днем могильщика, то есть твоим днем рождения. И преподносит тебе наш скромный подарок. Вот эти вот котлы. Фирмы Ориент. Шейки, к сожалению, не нашлось. Приношу их. Алеша, Леша. А шапки пока сейчас пока не сезон. Их пока не носят. Но я помню, нутри белые. Зачем тебе белые нутри? Ну, Ваньки хотел. А где она? Где? Письме. Значит, набрал. Ладно, не жрать сюда пришел. Слышь, мужики, вопрос. Кто знает, чего это у декабристов на 15-м баба какая-то колготится? Там свежак, винки сырые. Она приехала в часовню и что-то позлает. Где заведующий? Кто копал? Слушай, а правда, кто копал? Стас, ты копал? Стас не рожит. Ты Кент? Ну с кем? Все Кент. Все Кент. Все Кент. Так кто ж копал там, мужики? Чего молчим? Кутя, слушай, может, ты копал? Ты вспомни, у декабристов. Слушай, пошел ты. Ну, было, заспал я. Ну, упал.
А может быть, твой Борька ее крыл? Может быть, морда? Может быть, татары с мазутки рыли? Давай-ка лучше водочки, сережки выпьем. Слушай, Кутя, татары у нас в зоопарке роют. А зоопарка-то у нас не было. Мы татар не звали. А свежая-то могила есть. Мужики, что за дела, а? Так, таким образом, чтоб все тихо мне было, без эксцессов. Агапыч, без раскрутки мне. Дисциплину нарушать. Водку бей! Всех уволю. Петрович, кепочку забыл, зайди, побазарить надо. Некогда. Как воротыча, буратино лякая. Ну что, Петрович, запарился с бесхозом? Что делать будешь? О себе подумай, воробей все по нулям, его сдавать нужно. Башка у тебя есть? Он меня первого сдаст. А ты не знаешь, как делается? Завтра Насенко приедет. Кто копал? Воробей. С ним все. Кузена видел? Бери, бери. Бери, никто базлать не будет. Ручаюсь. Копалы штопанные! А чего вы скукожились? Как же морики? Кирка! Наливай, наливай за воробушка, за воробья! Воробушек без башки, все лётые! Лёха! Лёха! Кутя, здравствуй, милая Маруся. Здравствуй, милая Маруся. Здравствуй. Здравствуй, цветик голубой. Мы вернулись обратно с Красной армией домой. Лёха! Мы вернулись обратно с Красной. Застегни. 20 писем, все родная для тебя. А ты, милая Маруся, дура! Ответа не дала. Ты меня уведомила, что писать ты не могла. Здравствуй, Кутя. Попросила бы думала Маруся, дура! Погибнет на войне, что зарыты мои кости. Лёха! Нет, нет, милая Маруся, не погибнет на войне. Это я твоя жена, вам подарок принесла. Только брошенная! Валька, лёд! Волобей! На мне! Валька, лёд! Волобей! Ты где? Не видишь, что? Волобей! А я всё вижу! Валька! Открывай, Лёха! Хочу продать! Лёха, прощение! Мой любимый мой! Ну вот и дедули раз, и пилюлька раскрутился. Дай-ка руку. Ой, мышка, давай. Ой, ветеран, бери шинель и дуй домой. Все, глухо. Козел, Ванюк!
учи. Всех поришь. А меня? Козел! Я тебе что, не родная, да? Ты тебя тут по четвертаку кидаешь. А мы не родные. А мне трех и жалко. Козел! Кончай! Все, милостивые государи, народ кладбищенский, концерт окончен. Все, давай отсюда. Стас, не хочу домой. Пойдем. Я за воробья жизнь отдам! Мне дела не надо, я говорю, за воробья жизнь отдам! Сейчас я их выгоню к черту. Все, мужики, все, завязывай. Праздник кончился. Да день, Саша! Забирай жратву. Забирай жратву и в часовню давай. Жизнь отдам! Все пройдет. За воробья жизнь отдам! На основании изложенного обвиняется Воробьев Алексей Сергеевич, 48-го года рождения, уроженец города Москвы, русский, беспартийный, гражданин СССР, образование 7 классов, инвалид 2-й группы, работающий бригадиром бюро похоронного обслуживания, проживающий город Москва, Алтуфьевское шоссе, 18, квартира 6, в том, что он 5 августа 87-го года в 1:00 ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В.И., выражался в ее адрес нецензурными словами. Психушке надо было полежать, ничего бы сейчас не было. По лицу, голове, психушку ты даешь от живых денег, тела. Ты даешь. Тише в зале. Причинив ей побои, на требование своего соседа по квартире Лукьянова Валерия Петровича прекратить хулиганские действия, Воробьев А.С. не реагировал, продолжал браниться нецензурно и произносить угрозы в адрес соседа. А когда последний с целью пресечения хулиганских действий стал подходить к нему, Воробьев А.С. оказал ему физическое сопротивление и подверг его избиению, причинив ему тяжкие телесные повреждения, не опасные для жизни, требующие длительного лечения более 4 недель, в виде закрытого перелома челюсти справа, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 109, частью. Подсудимому предоставляется последнее слово. Последнее слово тебе представляется. Последнее слово тебе представляется. Говори. Не буду. Он не будет говорить. Суд удаляется на совещание для постановления приговора. Леха. Чего? Я не валит? Да нет. А Леха? Леха нормально держится. Все, он не плачет. Пацан в порядке. Ну, давай, иди. Держись. И назначит ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Посадили. 2 года условно. Ерюха, больно. Посадили. 2 года условно. Условно. 2 года. Посадили. 2 года условно. Леха! Мишка! Голову держи! Леха! Держи его! Леха! Леха! Леха, где деньги? Леха, деньги где? Выйди отсюда, ну.
Леха, деньги, я спрашиваю, ну, где? Не трогайте вы его, ну зачем вы? А ты ему деньги отдал, не трогайте? Ты ему деньги отдал? Какие? Какие деньги? Ты ему должен отдать. Да заказы были мало. Как заказы было? Ты знаешь, ты мне мозги не подвиг. Давай деньги. Да нет денег. Что значит нет денег? Ну так, нету денег, все. Как нету денег? Ему отдам деньги. Почему ему? Выздоровеет, отдам деньги. А я? Что значит, если он загнется, что я без денег, ты мне жми. Ты давай гони деньги. Леха, ты слышишь? А если ты загнешь, он что, деньги заживет? Леха, скажи ему, Леха. Ты смотри, ну. Ладно, ну подожди. Ты думаешь, если он загнется, у тебя деньги останутся? Надеюсь, я из тебя знаю, ну, выжму эти деньги. А я буду. О, блин, а где бутылка? Не видела. Вчера оставалась одна бутылка еще. Вот, вчера целая бутылка оставалась после... Не было, Вань! Что значит не было? Ну я-то знаю, что было, ёлки-палки! Вы мне мозги пудрите все! Кутик! Вань, Вань! Ну Вань, чего ты? Ну останься что, здесь! Нанялась... Останься, я сейчас! Ну, Вань, пеленки надо постирать! Валь! Останься здесь, я сейчас приду. Миш, подержи. Надо сматываться. Воробей где? Захоранивает. В 3 часа всем в контору. Ага. Будь здоров. Погнали, 6 секунд. Прекрати сейчас же! Нашли время! Не надо кричать на людей. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 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 Да вы выньте стакан, вам удобнее будет. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте, шеф. Всем в контору. Сволочи! Петрович просил, контору вперед. Тебя сейчас урыть! Ну что, Леша? Ты с кем у декабристов послал, падла? Каких декабристов? Я... Рубушку уложил скоро! Рубушку уложил! Зашибу в котел! Зашибу паскуда! Ты знаешь куда? Тихо! Чтоб тебя здесь больше не видел, козел! Я дерьмом! Вообще не появлюсь никогда! Тебя что, не касается? А что ты орешь-то? В контору надо, Леш. На Сенк приехал. Все? Все. Контору на ключ, никого не впускать. Ниночка, выйди. Самого ума не хватает. Садитесь. Чтение прекратить.
с вашим заведующим все ясно. А вот с вами кто долбал бесхоз? Какой такой? Молчать. Повторяю. Кто расковырял могилу? Вопрос можно? Да. А что случилось, Геннадий Михайлович? Как? Вам разве не объяснили? Угу. Объясняю. У декабристов был бесхоз на снос. Декабристам запроектирован был мемориал. А вот этот загнал бесхоз. Теперь всем ясно? Поэтому повторяю вопрос. Кто расковырял могилу? Руки из карманов. Да запарка была. Со стороны позвали. Так вот те заявления на увольнение сюда быстро. А ты еще штаны сними. Вот. Так, даю минуту. Руки из карманов. Итак, кто долбал бесхоз? Не скажете? Половину увольняю. На завод пойдете, на фабрику. Хорошо. Минута. Так, фамилия как-то тут вот... Ахапов. Ахапов. Ахапов, уволен. Кого-кого, не мой бесхоз. Молчать. Новиков уволен. Черт, за Гарика таскали теперь. Сопли жуй. Йок. Так, Раевский уволен. Ну что, Кутя, значит, все-таки ты бесхоз расковырял. Че ты, Шурик? Маруся. Ямку готовь. Помяни мое слово. Чего это ты, Шурик? Ну, чего это он, Геннадий Михайлович? А? А где этого заявления? Он же ветеран. Вот тебя забыли спросить. То портянки крутит. Кстати, что это за чмо? Воробьев. Ему брат голову топором. А, тот самый. Ты где заявление ветерана? Мой бесхоз. Твой? Чего ж ты молчишь, раз твой? Я товарища увольняю, а ты молчишь. Нехорошо. Заявление. Он не писал, на бюллетене был. Ничего. Сейчас напишет. Иди сюда и пиши. И вперед с песнями. Что писать-то? Неграмотный. Диктуй ему. Прошу уволить меня по собственному желанию с 15-го. Почему с 15-го? Сегодняшним днем. Прости его, Геннадий Михайлович. Ведь инвалид он. Понимаю. Раз инвалид, дома должен сидеть. Теплее. Вон с кладбища. Сегодня, чтобы духу твоего здесь не было. Все, остальным работать. До свидания. До свидания. Станислав. До свидания, Геннадий Михайлович.
свидания. Ну, а традицию нарушать не будем. Чего ты его трясешь? Оставь, пускай дитё спит. Ты чё? Чё ты? Куда ты полез? Ну, кто тебя звал? Не ори на него. Чё, не видишь? Мы так не в себе. Лёх. Чё? Больно, да, Лёх? Ну, не трогай его. Чё ты орёшь? Тоже мне. Заведи свою на неё, ори. Не дома. Куда ты теперь со второй группой? Кому ты нужен? Молчишь? Ну, мне не скисло. Нормальная вода. Вот что. Коти. Сарай заберешь себе. Че это? Заказы недоделанные доделаешь. Миша не знает. Че это Мишаня? Мишаня может заболеть. Че это он заболеет? Ну, мало ли. Ты сам нарисуй. Жарина не заболеет. Короче, вдвоем сделайте. Мишке покажет. За работу возьмешь, как положено. Остальное Мишаня привезет. Теперь вот что. Там под верстаком три доски гранитные. Добро. Ну. Нарубить, золотом покрыть, по полтыщи пойдут, не глядя. Пасхи дождешься, дороже будет. Само собой. Перед собранием, перед наценкой. Мишка говорит, передай Воробью, а я забыл. Забыл я. Двушка есть? Я же зарплату не получал. Валька! Валь! Чего? Чего? Двушку дай. Сейчас. Ну, короче, короче. Ты даешь, ребенок спит, что вы опять, и богу. Куда он? Откуда я знаю? Алло! Алло! Это я! Ну кто, кто? Воробей кто? Мишань! Ты это? Ну прости, Мишань! Ну не обижайся, Мишань! Ну что ты? Ну погоди ты! Погоди, Мишань, погоди. Короче, приходи. Да не на кладбище, домой приходи. Ну просто посидим, потолкуем. Ну как кореша. Ну что ты? Ну что значит некогда? Что значит некогда? Я тебя хоть пальцем тронул. И никто тебя не тронет. Короче, блядь, приходи весь час. Не придешь, хуже будет. Я кому сказал? Алло! Мишаня! Мишаня! Ты чего?
то ни сё. На троих надо бы. Лёха, ты что, не удумай, побойся Бога. У тебя же сын растет. Сиротой оставишь, Лёха! Заткнись ты. Есть Бог, без тебя разберется. Авось не подохну. Ты что, Лёха? Лёха!